Так, здравствуйте, всем привет, привет. Я сейчас иду по Куйбышевской площади в городе Самара, возле театра оперы и балета, возле елки. Всем привет. Сегодня 14 января 2013 года. Я нахожусь в Самаре, на площади Куйбышева, возле театра оперы и балета. Вот так в данный момент выглядит эта площадь. Там фигуры ледяные. Сейчас пойду их смотреть, поближе рассматривать. Вот елочка. Там типа свечки горят. Вечером горят свечки, я думаю, там, судя по рисунку. Сейчас вот такие ледяные фигуры. Горки, трон. Вот мальчик себе выбрал. Или девочка. Такие ажурные заборчики. И вот она, Снегурочка. Вот там Дед Мороз. Ага, на Снегурочку прилепляют монетки. Вот такие на счастье. Вся обклеена монетками, украшенная. Там елочка. С Новым годом. С Новым годом. Так выглядит площадь сегодня. Сейчас люди отойдут, и я сниму еще Дед Мороза. Сейчас немножко себя тогда засниму еще. Всем привет. Вот освободился Дедушка Мороз. Сейчас я его сниму. Он тоже весь в монетках украшенный золотом. Потом. А там что? А? Там, вот это горки, не просто. Да это вот то, что потом вот все пошел. Дедушка Мороз. Горочка. Дедушка Мороз. Со своим посохом. Идем дальше смотреть ажурные ледяные заборы. Так, это тоже типа лавочки, наверное. Горка. Вот там Куйбышев стоит в камне. Одетый. И везде с Новым годом. Горка. Угу. И вот она, змея. Как раз год змей нарисовалась. Thank you.
конечно же, великолепный театр оперы и балета с такими колоннами шикарными просто. Так, и дальше что у нас тут? Еще немножко заборов ажурных. Опять-таки лавочка. Рука замерзла. Достаточно прохладно. Ну как, градусов 10, наверное. Или 15, может быть. Нет, наверное, 15 градусов. Вот она площадь. Там даже кафе, кажется, есть. Там с деревьев стригут. Эта площадь в целом так выглядит. Вот такая там елочка. Такой конусный. Сейчас стала эта тенденция идти на такие конусные елки, которые мне, в принципе, не очень-то нравятся. Вот так выглядит площадь в целом. В общем-то, площадь как площадь. Пока. Спасибо за внимание. Пока-пока.